and every coach built a home. Not running a conference or the president. I'm just here to tell the world how my story went. You see, first it was a dream, I was living in. Мы находимся с вами в ужаснейшем гетто Кудрово в одном из домов. Петровка не видит, Лубянка не слышит, а я расскажу. Вот такой лифт тут. Вот только в гетто такие лифты. Ну, смотрите, все кнопки сожжены, все исписано, изгажено. Вот. Зеркала тут все побиты. Ну гетто же. Вот тут все перила погнуты. Все изуродовано. Тут вот коляска вот с минуты на минуту украдут. Все-таки же это гетто. Выходим. Стекла все побиты в этом ужасном гетто. Все уничтожено. Козырек уничтожен. Вот, идем дальше. Машины все сожжены. В этом гетто ужаснейшем. Кругом одни наркоманы. Вообще какие-то непонятные люди. Бомжи кругом, значит. Вот такая тут площадка детская в гетто. Ужаснейшая, просто кошмар. Ужасная площадка. Вот, вы только гляньте, ну разве можно здесь детей своих на прогулку выводить? Ну это просто кошмар. Там вон еще одна такая же площадка. Еще хуже. Просто ужас. Темно, все фонари выбиты. Освещения нет кругом. Кругом грязь, страшно. Смотрите, какие торшеры стоят. Ну гетто. Вот в этих преступных гетто вот такие торшеры могут быть. Прикиньте. Какой ужас. Вот, и все эти торшеры, они просто уничтожены. Вон там дикие собаки бегают, волк может напасть на вас и растерзать в этом гетто. Ужас. Пойдем посмотрим, что тут еще есть. Дома вот в гетто, они вот так выглядят. Ужаснейшая просто архитектура, ужас, кошмар. Самое ужасное, что можно встретить в мире, это вот так, такие дома, такая архитектура. Вон едут там жители гетто по домам на своих машинах. Так, это что там такое? Еще тут в этом гетто есть. Что это такое? Это тут парк, значит. Геттовский парк расположился. Ну посмотрите, что творится. Ужас. Вот. Зашли, значит, в этот парк геттовский. Этого ужасного района Кудрово. Смотрите, что тут творится. Света нет. Сумерки, потемки. Ни один фонарь не работает. Кругом одни бомжи. Ну просто ужас. Какие-то наркоманы кругом, бомжи. Преступность, я просто боюсь тут находиться. Страшно идти. Как тут вообще дети вот играют? Какие ужасные площадки. Ужас, ужас. Какой кошмар. Ужас, просто кошмар. Как такое могли сделать? Ну, это ужасно. Там вот каток написан. Давайте посмотрим, что за каток. В этом гетто еще и каток есть. Кошмар какой. Наверняка там убивают. Что такое?
А, ну все понятно. Вот он и не работает, потому что это гетто. Написано каток, он не работает. Все понятно. Все ясно. Из-за того, что гетто, каток-то и не работает. Так, давайте посмотрим, что там светится. Че это тут в этом гетто еще придумали, чтоб светилось? Так, идем. Все деревья поломаны, все вывернуто. Все тут бордюры по ребрике торчат, скамейки все переломаны. Все фонари выбиты, но вы посмотрите, что. Какой ужас. Лужи. Вот они. Ужас. Вот гетто, эти лужи. Вот гетто. Так. Скамейки все выкорчеваны. Какие-то одинарные. Ну гетто, поэтому такие какие-то одинарные скамейки на одного человека. Ну разве в нормальных районах так буду делать? Нет, конечно. Ёлка вся уже стоит, трясется, что ее сейчас тут прирежут и выдернут из земли. Криминал кругом. Так, что? Ну что за позорище? Что это такое светится? Ну только в гетто такое могли сделать. Ну гляньте. Ну вообще ужас. Кошмар. Кошмар какой. Здесь невозможно находиться. Хочется отсюда убежать. Там вот кофе продают. Небось там еще оно с отравой. Какой-нибудь злой житель этого гетто туда яд подсыпает и продает это кофе. Вы посмотрите, что за конь, он черный. Черный такой, как негр. То есть такой символизирует гетто, да, негритянское. Вот тут елка такая, значит, просто кошмарная. Еще два каких-то коня стоят. Посмотрите, что черные, значит, черные лошади, которые символизируют гетто. Ну просто ужас. Там какая-то забегаловка. Кругом одни бомжи. Алкоголики валяются, бутылки. Мусорки переполнены, все вокруг в грязи, в говне. Гляньте. Зачем эти гирлянды здесь повесили? Это же гетто. Ой, кошмар какой. Ну, саженцы все повыдерганы, повыломаны. Все каким-то бурьяном заросло. Ой, караул. Какой-то стоит, значит, этот контейнер с велосипедами. Небось, наворовали тут по подъездам велосипедов. Теперь продают в этом контейнере. Кошмар. Пешеходов не пропускают, сбивают эти гангстеры там с пистолетом, носятся. В этом гетто тут опасно переходить. Могут тебя просто снести к чертям. Ноги переломать. Ну ужас. Вот. Как тут люди выживают, я не знаю. Пишите в комментариях, что вы думаете, как здесь можно выжить. Здесь, наверное, на следующий день тебя, знаю, застрелят гангстеры из гетто. Snoop Dogg. О, еле ноги унес сейчас в Икее, спрячусь. Кругом гангстеры, бандиты. С ружьями, пистолетами, ужас. Ох, еле жив остался в этом гетто. Кошмар. Все, прячусь в Икее. Пора убегать. Отсюда. Пока живой, за мной Snoop Dogg гонится. Run.
хочет меня пристрелить, мобилу отжать. Так, где моя машина? Тут даже на территории гетто Кудрово не делают страховку каска, потому что просто страховые компании не выдерживают такой нагрузки. Тут каждый день 100 машин сжигают, угоняют, еще 1000. И если вы придете там в Ресо или Альфа-страхование, или еще куда-то, спросите, хочу каско сделать. Вас спросят, где вы живете. Скажете, Кудрово. Он скажет, нет, это невозможно. Там у нас нет покрытия каска. Вот так. Guess who's back? Stay. Still doing that shit, Andre? Oh, for sure. Yeah. Check me out. It's still Dre Day. AK. Though I've grown a lot, can't keep it home a lot. Cause when I frequent the spots that I'm known to rock, you hear the bass from the truck when I'm home.